Все время говорю, привезли вам двери, проверяйте. В поселках, которые стоят вдоль трассы, везде стоят вот такие пешеходные переходы безопасные. С правой стороны в поле, не знаю, видно вам или нет, стоит маленькая избушка заброшенная, и на ней нарисовано большое-большое чье-то лицо, то есть на всю стену. Все, хочу туда сходить и посмотреть, что же там нарисовано. Ну, сейчас не пойду, там дождик был, трава вся мокрая. Если получится, после работы не забуду, постараюсь сходить посмотреть. Зеленоградск, город котов. Пропустим электричку, пусть едет. Так, а я еду как раз вот в тот дом справа. Коричневенький, вон с башенкой. Наш домик с часами.
Привет, друзья, я сегодня в Зеленоградске, сегодня у меня дверки Убертюра, такие я уже несколько раз их ставил. В принципе, дверки неплохие, единственное, проверяйте двери, когда вам привезли, на одной двери тут есть косяк, то есть сбита и пленка, немножко так скукожилась. Стойки ровные, нормальные, одна стоевая была чуть-чуть кривая, опустил ее на верхушке, ну и половинка была. Фурнитура у меня сегодня эконом-вариант, вантаж. Также две защелки в комнате и петли левые, правые, локс. Не покупайте левые, правые, покупайте универсальные петли, и все будет нормально. Проемы, в принципе, нормальные. Здесь ручка будет с этой стороны открываться в коридор, налево, наружу. В санузле тоже проем нормальный. Выключатель там, ручку решили здесь ставить. Открываться будет наружу, на правую сторону. И здесь в комнату дверь будет стоять внутри. То есть ручка будет вот здесь, открываться внутрь направо. Порожек сделали неправильно, но после обеда приедут отделочники, будут переделывать. То есть сегодня делаю врезку, ставлю две двери. Заказчик опять не купил ручки, также не купил фиксатор на санузел. Блин, как так? Я уже несколько раз закрывался в комнатах. Все говорят, носи с собой дежурную, вози с собой дежурную ручку. Блин, бывало, ее оставляешь в коридоре, зайдешь в комнату, захлопнешься и все. И в закрытой комнате без телефона, без ничего сидишь, кричишь. Это хорошо бывает, входную дверь оставишь открытую. А если ее закрыл, то все, ждать, пока тебе кто-то позвонит, чтобы желательно ждать, когда заказчик тебе позвонит. Это бред. Покупайте ручки всегда сразу. Вон там идет красная крыша. Вот там я электричку пропускал. Снимал вам, показывал дом оттуда. Вот там вот. Ну все, я готов уже, даже строевые распилил, инструмент разложил, все приготовил, можно приступать к работе, поехали. Все время говорю, привезли вам двери, проверяйте. Заказчику фотки скинул. Ему не нравится, сейчас приедет, будет ехать из Калининграда в Зеленоградск, это 50 километров, грубо говоря. Вот такое вот бывает. Проверяйте двери, когда вам привезли. Так, ну а сегодня план выполнил. Три дверки вставил, запенил. Стоят, сохнут. Ручек нету, ручки не купили. По порожку не стали переделывать ничего. Хозяин сказал, так оставим. Хотя плиточника не предупредил, плиточник привез инструмент, приехал, говорит, а что ты, говорит, зачем ты дверь ставишь? Я говорю, ну заказчик сказал, что ставь так. Также и косяк на двери, вмятина вот здесь, в этой стороне, в другую сторону ее никуда не поставишь. Он сейчас сказал, говорит, ставь. Блин. Я сам уже несколько раз закрывался, когда ручек не было. И гарантирую, что либо отделочники, либо сам заказчик еще закроется, пока ручек нету. Будет куда-нибудь звонить, чтобы открыли. Никогда так не делайте, всегда покупайте ручки сразу. На сегодня все. Время 5:00. Едем отдыхать домой. Завтра доборы, наличники. Можно было сегодня допоздна, но я не любитель допоздна работать. Так что едем отдыхать. Всем привет, день второй. Сейчас запениваю коробки с обратной стороны. С лицевой стороны ставлю наличники. Потом доборы и с обратной стороны наличники. Все, деньги на бочку и домой. Поехали! Друзья, я все время делал зазор снизу, 12-15 миллиметров. На этом заказе я решил сделать пониже, 10 миллиметров. А вы сколько делаете зазор нижний? Не знаю, мне больше нравится, когда миллиметров 15 зазор. Здесь 10, по-моему, совсем мало. Мне 15 больше нравится.
закончил установку. Двери зеленоградские. Двери убертюры уже несколько раз ставил. Ручки заказчики так и не купили. Никак определиться не могут с ручками. Наличники тоже приклеил только в санузле. В комнатах наличники не приклеивал, потому что еще будут клеить обои. Двери нужны им были, чтобы приклеить плинтусами, дать полиуретановые плинтуса, наверное, будут. И к наличникам подходить, чтобы знали, как, куда, что, к чему. Заказчик доволен, приехал с утра, посмотрел, ну, еще незаконченную работу посмотрел, деньги рассчитался и уехал. Сказал, все, я тебе доверяю, я поехал. Все, деньги на кармане, заказчик доволен. Едем домой отдыхать, завтра выходной. Сегодня народу немного гуляет. Сегодня у нас довольно-таки прохладный, еще ветер холодный. А вчера было жарко. Это плюс 28, и ветра не было, жара вчера была, народу вообще море было. Кстати, сегодняшний заказчик, это уже второй заказчик, который нашел меня на YouTube, который сделал заказ после просмотра видео. Все-таки YouTube работает, уже два заказа он мне принес, и в общей сложности больше 25 тысяч. То есть на YouTube, получается, я уже заработал больше 25 тысяч. Так что все работает, и Instagram, и ВКонтакте, и YouTube. Все прекрасно работает. Любая соцсеть, если ее правильно вести, все равно принесет деньги, принесет заказы, принесет клиентов. Так, а не купить ли мне домой арбуз? Точно пойду куплю арбуз. Будем кушать арбуз дома. Думаю, уже можно их есть. Уже должны быть спелые, хорошие, вкусные. Без всякой гадости. Почти каждый день здесь езжу по такой красоте. Красиво, что зимой, что летом, что осенью, что весной.
Подписывайтесь на наш YouTube-канал, на нашу группу ВКонтакте, на наш Инстаграм. Ставьте лайк. До новых встреч. Всем пока.